Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, совсем полтора шага остались до дня, когда всему сущему будет вынесен приговор. Каждому из нас, стране, миру, все, что будет, как быть. Нам нельзя больше откладывать разговор со своей душой на потом. Надо уже сегодня сесть, подумать, какие-то планы построить. Не сейчас, уже откладывать дальше некуда. Никому не убежать от вопроса, для чего тебе дана жизнь. Надо проснуться. Илул подходит к концу, месяц, когда нам надо было пробудиться. Творец будет нас, но мы спим. Спим по-разному. Один очень глубоко, и его будить приходится совсем сильными там какими-то толчками. Вы знаете, много лет я в этот день рассказываю один и тот же такой, майсу такую. Много лет уже. И вот, наверное, опять расскажу, потому что другой, более подходящий за день до Рош-Ха-Шана не расскажешь. Жил Абраша. У Абраша дела пошли не очень, и там где-то товар не тот купил, что-то продал, и совсем плохо. Решил он поправить свои дела, заняться контрабандой, другого варианта нет. И вот он нашел себе извозчика, там договорился с ним, и наметил дату, и за месяц до операции у Абраши пропадает сон. Ему начинает сниться страшный сны, как его хватают солдаты, как везут в тюрьму, там. В общем, месяц уже не спит. В отличие от него извозчик спокойно спал. Товар не его, его это не касается. Но когда осталась неделя, он заволновался. Товар-то не его, но вдруг побьют и его, телегу отберут. Иди глянь. Стал плохо спать. Извозчика, как принято, был маленький помощник. Мальчишка, который учился. Он тоже знал, что они должны отправиться в какое-то рискованное путешествие. Он спал спокойно, он мальчик, он ни при чем. Ему никто ничего не знает, все нормально, проблем нет, спи. Но за день до выезда и ему стало страшно. Я-то ни при чем, а там кто будет разбираться, там побьют заодно и меня. И вот когда остался последний день, каждый из них, потерявший сон, вышел на улицу, и там они встретились. Посмеялись немножко, там нервно, да, дождались рассвета, помолились, отправились в путь. Едут со страхом, и вот, наконец, видят уже граница. Ближе, ближе, осталось несколько метров, и вдруг выбегают пограничники, стой, стрелять будут. Собаки, ну, все как в ужасном сне Абраша. Абраша потерял сознание от ужаса. Извозчик онемел от страха, как камень. Мальчик стоит, трусит его. Ужас обоил всех. Единственный, кто в этой ситуации спокойно себя чувствовал, был кто? Лошадь, которая тащила эту телегу. Когда пограничники ее остановили, она обрадовалась. Если есть остановка, дадут кушать. Эту притчу рассказывают перед Рош-Ха-Шана о нашей жизни. Вот некоторые просыпаются за месяц до суда, в начале месяца Элул. Они перестают спать, картина правосудия преследует их. И у нас есть такие, есть и подобные извозчику. Хотя Элул начался, и изменений никаких не видно. Ничего страшного, вот-вот пройдут. Потом они просыпаются за неделю и начинают говорить слихот, там, вспоминают, что месяц Элул. Для извозчика это уровень. Но в основном народ, он как мальчишка, просыпается за день. Ой, завтра Рош-Ха-Шана, божественный суд, какой ужас, не могу заснуть. Так вот, я надеюсь, вот намек, сказанный в этой притче, он понятен. Уже завтра Рош-Ха-Шана. Это праздничный день с мясом, едой там. Но что сказать, уровня Абраши достигнуть не всегда удается. Дай Бог, чтобы мы были хотя бы как извозчик, хотя бы как тот мальчик, который пробудился за день. Но самое главное, вот в этот день понять, что не дай Бог мы будем как лошадь, которая предвкушает удовольствие, мясо, там, поесть что-то вкусное, и не понимает сущность того дня, к которому мы приближаемся. А нам нужно понять это одно, что нам нужна печать, нам нужен хороший приговор. Для этого надо работать. Брахава от слаха, хорошего печати, хорошего приговора, скрепленного вот такой замечательной большой печатью. Брахава от слаха.